Бла-бла-бла, мистер Фримен. Привет. Знаю, Фримен вернулся, и пора его разбирать. Решил я сделать это в стиле Алекса Кокоса из канала ГАЗ. То есть я буду останавливать видео на моменте, где есть пасхалки, отсылки и некоторые метафорические действия. Тут будет только моя интерпретация. Она может отличаться от вашей или от создателей. Ну ладно, не будем трындеть, поехали. Здравствуйте. Меня зовут мистер Фримен. И у меня маленький ментальный член. Я черно-белый, как говно голубя, потому что так дешевле. Я вижу, как истеричка. Я капитан очевидность с комплексом Наполеона. Комплекс Наполеона. Это психологический комплекс среди людей и животных с маленьким ростом и размером, который компенсирует это агрессией. Парадоксально, но Наполеон не был низкорослым. Его рост был 1,69 м, то есть выше среднего по тогдашним меркам. И как мне показалось, клуб анонимных Фрименов — это стёб хейтеров сериала. И в чем они подозревают Фримена? Я скам и развод нубов! Колесо фортуны. Можно заметить криптовалюты биткоин, эфириум, лайткоин, даш и фрименская крипта. Я ничтожество! Композиция «Три обезьяны», то есть «Ничего не вижу», «Не слышу» и «Никому не скажу». Слава блуд и киношка для псевдоинтеллектуалов. Я продажный и не торт. Отсылка на статую свободы. В руках у Фримена эмблема Фейсбука и книга с надписью «Санкции». Стоп-кадр с пазлом. Телезритель радуется тому, что ввели санкции, но ничего, переживем. В скобках нет. Ну как, взбодрились? Хотя сейчас хрен поймешь, откуда прилетит. Швыряют конституцию в лицо. Очень демократично. Придержался. Пародия на шпагат Ван Дамма. А конституция летит, сами поняли куда. Замки дверь, сексист, репостнул мемас, экстремист, сделал пранк, террорист, а мне плевать. У меня есть свое мнение о себе. Послание к Ефесянам, стих 12, глава 6. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Блять, меня весело и безопасно! Можно все! Давайте, давайте! Спускайте в меня! Надпись переводится как «Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку», смысл которого, что если нечто разрешено человеку или группе людей, то не разрешено остальным. Намек на привилегии властей может быть, но народу норм, судя по тому, что этот народ делает. Свои оскорбинки, а то вдруг поубиваете друг друга! А вы вообще понимаете, что такое оскорбить кого-то? Как это? Пощечина перчаткой, оскорбление среди дворян и офицеров с вызовом на дуэль. А дуэль показывает нам, что в конфликте зачастую нет победителей. Это делается, что это из себя? Фёдор Достоевский. Добор отсылает на Родиона Раскольникова из «Преступления и наказания». Представляет, при этом сейчас все кругом оскорбленные. Геи, негры, верующие, феминистки, представители древних политических... Намек на излишнюю толерастию, которая, на мой взгляд, хуже расизма в разы. Скрещенные пальцы означают надежду, но если жест выполнен за спиной, то это нарушение клятвы, обещания, ну короче, вранье. ...ских профессий всех оскорбили. Но где логика? Давайте вместе подумаем. Атеисты? Это частный случай веры. Рептилоид. Думаю, не надо пояснять. Ищу. Так что их чувства... Переводится фраза как «На Бога уповаем». Официальный девиз США, и эта фраза напечатана в долларах. Но в контексте этого фрагмента может означать межрелигиозную рознь. То есть, каждый верит по-своему и готов за это бороться. Тоже оскорбляются жирными попами, уроками религии, Допустим, Иисус увидел, как соблюдаются заповеди. Странно, что его не посадят за оскорбление чувств верующих. Лиантовыми часами разве нет? Тогда почему суд не кошмар? Фемида, греческая богиня правосудия, символ беспристрастного правосудия. Парит обе стороны! У привилегированных прав больше и шансов выиграть суд только потому, что он привилегированный. Это схема, в которой хайп превращается в бабло, ну или другие бонусы. Все. Такое есть и в семье, где один из детей может быть любимчиком. Хайп, лайк, бабло!
повторяется мозаика. Новый тренд у общества. Жрать, срать, ржать! Жрать, срать, ржать! Жрать, срать, ржать! Пост-лайк, коммент! Пост-лайк, коммент! Пост-лайк, пост-лайк! Хайп, лайк, бабло! Хайп, лайк, бабло! Хайп, лайк, бабло! Ху-ху! Донат! Среди сидящих в чате есть ник Мисс Кобаяси. Это героиня аниме «Драконичная госпожа Кобаяси». Вы замечали, что нормальные люди не оскорбляются? А почему, собственно, отстаем? Давайте засудим федеральные каналы за оскорбление чувств здравомыслящих. Артхаус. Жопа с всевидящим оком. Трактуйте как хотите, мне что-то лень. Караоке певцов за оскорбление чувств слышащих. Троллик 80 уровня. Спасибо, Фриман. Чтоб тебя кошки съели. Хороших музыкантов за оскорбление чувств. Бетховен и Брайан Джонсон. Бывший вокалист AC/DC. Неслышащих кривожопых культуроведов за оскорбление умерших художников и поэтов. Не намек ли это на Гитлера, которого разнесли критики? Искамер. Отсылка на Барта Симпсона в интро. Надпись на доске переводится с латыни как «битый путь, надежный путь». А на картинке «лунное затмение» по мнению плоскоземельцев. Хороший троллинг. Философы, осмеянные ученые, сколько вас оскорбленных? Юра! Мы все проехали! Мем, означающий, что прогрессивный мир скатился, сами поняли куда. И Юра на машине Тесла. А даже комментировать не буду. Я лично не могу понять, зачем вообще освещают ракеты под воинское приветствие. Объясните, пожалуйста. Живые должны! Далее мы видим плакаты. Крайне слева – принцип неопределенности Гейзенберга. Почему плакат в виде кота? Так Шрёдингер тоже подобное изучал, взяв пример кошку. Оскорбляться неотвратимостью смерти! Эй, вселенная! Мне кажется, твои законы крайне оскорбительные! Я отписываюсь! Нахер! Полагаю, что YouTube стал такой же помойкой, как и телевидение. Да и Фридман прогнулся под это. Так как, по мнению некоторых, он стал не тортом. Как вам разбор? Пишите в комментариях. На сегодня все. Всем пока. Так и запиши. Был оскорблен до глубины души. Отдать под суд, вынести приговор. В тюрьму на дыбу, а лучше сразу на костер. Да-да, все верно. Так и запиши. Был оскорблен до глубины души.